Что ему в тебе нравится? От чего он сходит с ума? Давайте зададим вопрос картам Таро и посмотрим, какой поток. Что же ему нравится? Поехали смотреть. Ой, ну ему нравится, что ты на самом деле очень справедливый человек, да? Что еще? Что ты очень яркая, солнечная, излучаешь позитивную энергию. Скорее всего, что ты очень сильно любишь деток. Это тоже, что ты на самом деле, в его глазах ты победитель, что ты очень многого достигла. Ему это тоже очень-очень нравится. Что ты очень компанейская, что, скорее всего, ты любишь какие-то вечеринки, проводить время с друзьями, что ты мастер своего дела, что ты действительно очень классно трудишься, скорее всего, умеешь что-то делать руками, что ты очень сильно любишь природу. И это тоже нравится, что ты очень страстная, в тебе такой огромный огонь и страсть, ему это тоже очень нравится. Ну и, девочки, если вы вдруг не женаты, он бы действительно хотел видеть вас второй половинкой. То есть он считает, что вы действительно прекрасный человек, любящий, с открытым сердцем, и действительно это так.